там у нас ограда. Все стоят, фотографируются. Я уже побыла там. Да. Создание такое. До 26-го года хотят закрыть, все закончить. Но там внутри, конечно, величественно. И снаружи здесь все. И народ здесь со всего мира. Ну что, ребят, я еду домой на Красное море. Холодина, ноги замерзли. Давид у меня хитрее оказался. Сидит в аэропорту, сейчас меня ждет. Ай-яй-яй. Я вся промокла, ноги замерзли. Все, еду в аэропорт на метро.